Приветствую всех любителей отечественного и зарубежного металлолома. Сегодня мы ремонтируем Renault Kangoo 2011 год, минивэн 1.5 DSI. Меняем мы втулки стабилизатора. Уже можно сказать, дело движется к концу. Полностью видео не стал я снимать. Расскажу основу, что к чему. Потому что покуда здесь все закрутишь, то вспомнишь все на свете. Такая это модель у нас. Для ремонта нам надо будет трещотка с головкой на 13. Таким вот шарнирным поворотным соединением, насадка, чтобы была. Так она выглядит, покажу. Вот такая вот, на изгиб крутить. Потом ключ накидной на 13, желательно чтобы он ровный был и без этой части рожковой. Какие здесь проблемы, сейчас расскажу. Когда начнете откручивать эти кожухи, где стоят у нас сайлентблоки. Сайлентблоки старые у нас стоят разрезом наружу туда. Этой частью к заду. Выглядят они вот так вот. Новые не скажу. Уже поставил я. А эти номер 59752. И через рысочку, через дефис 4. Диаметр 20 внутренний. Снизу надпись 20А005. Это для тех, кто будет искать на эту машину запчасть, чтобы знали номер. Фирма это Socat. Socat написано. Это у нас старый такой вот стабилизатор. Выглядит он так. Это старый стабилизатор. Под ним еще есть проставка пластиковая. Она есть на машине, то не надо, находится, покажу, если видно, вот здесь она снизу. Когда ставите уже сайлентблок сам наверх, этот вот кожух, то снизу проставочка эта пластиковая. Не старайтесь ее затягивать болтами, чтобы она на место стала. А желательно это сделать сразу, когда уже поставили сайлентблок наверх, кожух этот, и надо прессовать ее сразу. Потому что болтами притянуть не получится сюда. Не хватает немного там резьбы до внутренней, чтобы схватиться у болта, и она в холостую крутится. Или может пойти на бок закручиваться, что будет плохо среже резьбу. Так что сначала все это дело надо вместо спрессовать, чтобы стало по уровню низа хомута этого, и потом уже прикручивать. Накидной ключ на 13 у нас идет. Где-то вот положил. В основном, чтобы закрутить гай и болта с той стороны, вот где снаружи к капоту. А это что в сторону зада машины. Отсюда можно и рожковым скрутить, и головкой с трещоткой. Вот с этой трещотка желательно короткая. Можно еще короче. Это хорошо срывать сразу ей. А с той стороны нужен накидной. Накидной, и откручивается она
от стороны колеса, отсюда вот под поворотным рычагом. Ставите ключ на болта туда вот. Получается, ставите на ту сторону и откручиваете туда. Что здесь рассказать еще? Перед тем, как все это дело делать, надо поддомкратить двигатель, но не выжимать его, ничего, а как бы, вот я положил брус на яме поперек, здесь проставочку деревянную, и домкратом его уравновесил буквально, чтобы он не проседал вниз, буквально на миллиметров 5, сильнее не стоит, чтобы подушки не порвать, думаю, чисто так, чтобы он не проваливался вниз. Когда поддомкратили двигатель, откручиваете рамодержатель. Выглядит он так вот весь. И крепится в таком вот положении. Крепится он сюда. Получается отсюда болтами. И здесь вот на самом корпусе машины по два болта держит, здесь два болта, здесь откручивается сначала эти болты, потом откручивается вот этот болт, насколько они помню, на 18, да, на большой этот вот болт, что здесь держит раму у нас, он на 18 головка. А болты поменьше идут на 15. Где-то я забросил ее, это на 13. Короче, где-то головка на 15 лежит у меня. Потом найду. Что у нас здесь? Смотрим, смотрим, а где-то я закинул. На 13. На 13 уже нам не нужна. Ну вот, на 18 есть, а на 15 я где-то ее положил. Короче, в ящике, наверное. Для чего я ищу? Точно сказать, насколько, чтобы не ошибтесь. А, нет, ошибся. Здесь не на 15, а на 16. Вот накидной ключ, это я откручивал ключом на 16. Этим же ключом и закручивать будем. Короче, начинаю, подробно расскажу. Нужен ключ для работы по замене сайлентблоков на балке поперечной устойчивости. Накидной на 16 или голова на 16, чтобы открутить с воротком. Разницы нету. Потом ключ или голова на 18, а также накидной ключ на 13 и головка на 13. Желательно с воротком покороче. Покороче и поменьше, чтобы здесь было, чтобы подобраться удобно. Можно даже головку, это на толстая получается, она на 15, наверное. Трехгранник. Есть поменьше. Поменьше будет удобнее подобраться вот здесь. Трубки тормозные идут у нас. Вот трубки. И возле трубок будет удобнее по высоте подобраться, если меньше. О, прилетела утка. Индоутки летают у нас. Будем надеяться, что не моя. Здесь я уже сайлентблоки зажал хорошо. И будем все это дело прикручу подрамника сейчас.
вот эту сейчас почищу сначала, прикручу его сюда, потом все это дело прыгнем сюда, уберем домкрат и можно уже ехать. Это дело немного заняло времени у меня, покуда эти хомуты нацелил. Надо сначала тот наружный болт прикручивать, а потом этот штук задут. Здесь получается с разрезом на хомуте, разрезы он регулируется. Сразу тот прихватили, потом уже этот штук заду болт. И все, зажимается все хорошо, прикручивается подрамник и к корпусу. Ну, на этом будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. Удачи!